должны помнить. Мы не знаем. Вообще. Кто-то пытается всех нас убить. Тот, кто нас разбудил. И кто открыл криокамеры. Сейчас он в этой комнате. Откуда ты знаешь? Это я их строил. Если бы криокамеры вышли из строя, мы бы уже погибли. Я психолог. Все ответы у нас в голове. Случиться могло что угодно. Это энтропия. Я биохимик. Если вы вдруг забыли, мы только что нашли здоровенный тесак в крови. Я уверена, я же врач. Я знаю, что тут будет. Нам надо уходить. Ключ лежит в наших воспоминаниях. Главное – оживить их. Я думала, эксперимент сработает. Просто не думала, что все будет вот так.